Здравствуйте. Сегодня хочется поговорить об очередной машинке Эндис. Машинка с аккумуляторным сетевым питанием Эндис Cordless US Pro Li. Она же Эндис LCL. Машинка выполнена по классической компоновочной схеме, то есть можно сказать, что они взяли старенький US Pro Li и заткнули в него аккумулятор. На самом деле здесь используется другой мотор, роторный мотор, мощностью около 4-5 Вт, то есть мощность примерно такая же, как у Moser Chrome Style или Moser Lithi Plus Pro. Машинка неплохо сидит в руке, нож классический Эндис с поворотным боковым рычагом. Интервал здесь от ножа номер 30 до ножа номер 1, то бишь по-русски говоря от 0,5 мм до 2,4 мм. Машинка имеет уровень шума повыше, чем у вибрационных машинок пилотных, но примерно на уровне остальных роторных машинок. Единственное, что смущает, вибрация здесь несколько сильнее, чем в том же Moser Chrome Style или даже чем в Wall Super Tapper Cordless. В комплекте у нас идет масло, щеточка, защитная насадка для ножа, 9 насадок, и в комплекте с зарядным устройством у нас идет целый набор насадок для разных стран, да, в том числе целых 2 европейских насадки, то есть одна под современные евророзетки с толстым штекером, другая с тоненьким штекером под старые гостовские наши розеточки. Насадки довольно удобные, изменили по сравнению с тем же, допустим, Эндис PM4 трендсеттер проводным. Здесь насадки серого цвета, цифры гораздо легче читаются с номером и длиной среза. Изменили механизм крепления насадки, он стал гораздо удобнее. Но все так же их 9 штук с разбегом от 1,5 до 25 мм. Время работы от одного заряда 2 часа, время заряда 1,5 часа. То есть вполне себе должно хватать на полную рабочую смену. Нож стандартный, в общем-то, должен подходить от проводных машинок Эндис, возможно, и от машинок Wall. Что еще сказать? Да, в общем-то, нечего. Это одна из самых недорогих аккумуляторно-сетевых машинок с литиевым аккумулятором, с длительным временем работы 2 часа. Из минусов довольно большая вибрация. На этом, пожалуй, все. Подписывайтесь на наш канал на YouTube «Енот Постригун». Заходите и подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте «Енот Постригун». И заходите на наш сайт, который называется, вы не поверите, «Енот Постригун». На этом все. Пока-пока.